Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Если раньше надо было выходить на улицу там и опрашивать прохожих, кто круче, кто лучше, то сейчас это все достаточно сделать при помощи социальных сетей и видеохостинга YouTube. А как же это сделать, мы сейчас с вами и рассмотрим на примере двух самых величайших артистов России. Это Николай Басков и Филиппа Киркорова. Итак, давайте-ка выясним, кто из них, как говорится, на коне, ну а кто в полной, я извиняюсь, сами знаете в чем. Итак, давайте-ка выяснять. Заходим мы на YouTube и видим, что у Николая Баскова 40564 подписчика на канале. У Филиппа Киркорова 44721 подписчик. То есть у Филиппа Киркорова больше подписчиков, чем у Николая Баскова. Идем дальше, заходим в вкладку «Видео». Вот сюда упорядочить самые популярные видео и смотрим самое популярное видео Киркорова. Струны посмотрело 5,9 миллионов человек. У Николая Баскова самое его популярное видео это с Натальей Николаевной 17 миллионов просмотров. Ну а сольный его трек самый популярный, ну что сказал, 5,1 миллиона просмотров. Таким образом, и здесь одерживает победу Филипп Киркоров. Правда, если считать с Натальей, то все-таки будет превосходство за Басковым. Но мы не берем в зачет дуэта. Дальше заходим в Инстаграм и смотрим, что у Филиппа Киркорова 3407 публикаций и 1,3 миллионов подписчиков, а подписки он оформил на 1294 канала Инстаграм, или как там у них называется, я не в курсе, у меня в Инстаграме я не присутствую. У Баскова 1496 публикаций и 703 тысячи подписчиков, оформил он подписку на 376 страниц Инстаграма. И тут мы видим превосходство Филиппа Бедросовича над Колей Басковым. Идем дальше. Теперь ВКонтакт. Подписчиков у Николая Баскова 760. К подписчиков друзей 28, 877 фотографий и 22 видеозаписи. У Филиппа Киркорова 95 подписчиков, 68 друзей, 1583 фотографии, 803 отметки и 250 видеозаписей. Да, не сравнится. И тут побеждает Киркоров. Идем дальше. Теперь и Твиттер. Значит, читает Филиппа Бедросовича в Твиттере 631 тысяча человек. Он сам читает 369 человек, твиты почти 7 тысяч. У Николая Баскова 5 тысяч твитов, читают его 228 и... он сам читает 228, читатель у него 270 тысяч и 46 отметки нравится. И тут превосходство Филиппа Киркорова над Колей Басковым. Ну что ж, таким образом мы выяснили, что Филипп Киркоров круче Николая Баскова. Спасибо за внимание.